Друзья, всем привет! Хочу вам показать, как спасаемся от мух. Вот такие ленты из линолеума. На крючках я развешиваю по курятнику, их здесь 5 штук. Вот еще 3. Вниз я ставлю ячейку, такую вот яичную, чтобы пока препарат стекал с этих лент, он не попадал на пол, а как бы капал на ячейку. И эта ячейка в свою очередь тоже выполняет функции ловушки. Вот вы можете посмотреть, здесь лежат мухи. Значит, препарат называется Агита. Агита. Вот, в принципе, намазал я полчаса назад, и сейчас мы можем уже наблюдать. Ну, наверное, вам будет плохо видно. На полу вот уже лежат мертвые и умирающие мухи. Вот, так что нам нравится этот препарат, работает эффективно, он как бы считается безопасным для людей. Ну, я его особенно-то не лежу сам, да, на вкус не пробую, как бы намазал, повесил и все, и руками не трогаю, вот. Так что, кому информация полезна, вот применяйте. Стоит, значит, 100-граммовая банка этого препарата 750 рублей. Есть 4-граммовая большая банка, стоит она 2100 где-то в этом районе, за 2000. Есть еще такой препарат в пакетиках продается, мы купили, значит, 2 пакета на пробу. Но на этих пакетиках указана, как нам кажется, неверная дозировка, то есть разводить нужно более концентрированно, тогда он работает. Потому как Лена пробовала разводить по инструкции, препарат не работал, ну или работал слабо. Вот такая банка, это 100 грамм, 750 рублей. Значит, здесь, если открыть инструкцию, то мы с вами увидим, что мы увидим. Мы увидим, что 100 грамм разводится на 80 миллилитров теплой воды. Потом размешивается, соответственно, и мажется уже на какую-то поверхность. А на пакетике, вот на этом написано, 25 грамм разводится на 200 миллилитров теплой воды. Значит, если сравнить эти две инструкции, то вот здесь получается очень слабо концентрированный раствор, поэтому я 2 пакета, это общая масса, значит, 50 грамм, я развел на 40 миллилитров. Ну и получилась такая сметанообразная субстанция, которую я уже намазал. И вот она работает, в принципе, так же, как вот препарат из банки. Но препарат из банки, вот это вот, мне кажется, экономически целесообразнее, выгоднее приобретать. И работает он получше. Ну, не знаю, такое впечатление, что вот это надежнее в банке. Так что, надеюсь, информация была вам полезна. Спасибо за внимание. Всем пока.